Два ровесника. Они родились в 1989 году, достаточно далеко друг от друга. Артем из Нижнего Тагила, Екатерина из поселка Преображение, что на восточном побережье Приморья. Оба с детства любили рисовать. Познакомились в Дальневосточном государственном институте искусств в мастерской Глинщикова в 2011 году. Выставка «Арт-сессии 1+1» для каждого из них в некотором смысле первая персональная. Очень рад, потому что все-таки это первая выставка. Конечно, есть переживания, что как она получится, не получится. Но думаю, все-таки она состоялась. Эмоции, конечно, переполняют, потому что я, конечно, как любой художник, мечтаю о выставке. Я тоже мечтала. И очень здорово, я очень рада. В экспозиции представлены 24 картины. Буйство красок, красота природы Дальнего Востока и приморских девушек. Артем отдает предпочтение пейзажам. Его работы созданы на пленэрах во время учебной практики. Это выполнено все в Приморском крае, в основном Лазовский заповедник. Я туда часто просто езжу. Екатерина предпочитает графику, но несмотря на относительную строгость этой техники, в жизни художницу вдохновляет нежность женских образов. Бывает, что вот девушка, она такая вроде резкая в жизни, а я потом вижу, что она очень чуткая и очень нежная, и мне хочется это отразить. С 2011 года Артем и Екатерина – постоянные участники коллективных выставок в Приморье и за рубежом. Состоят в молодежном объединении Приморского отделения «Союз художников России». Выставка в библиотеке Горького стала для молодых художников своеобразной новой точкой отсчета на их творческом пути. Посмотреть на работы начинающих мастеров кисти можно до 13 апреля. Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на восьмом.